Добрый день, вы на канале Модные практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня я хочу сделать вам обзор готового изделия из такого вот шифона в стиле Бербери. Я хочу сказать, что я совершенно случайно сегодня одета. Поэтому я вам показываю этот комплект так, как он сегодня вдруг у нас родился. Дело в том, что я решила в феврале готовиться к лету. Уезжала в Париж на неделю, девочкам сказала: девочки, пока меня нету, принесла такое шифоновое платье, пятнышку, такое платье-рубашка, у меня было такое рыжее в пятнышку. И говорю: копию сделайте мне вот такое вот из шифона стиле Бербери платье, точно такое, как у меня то было платье-рубашку, и еще второе вот такое яркое. Сделайте мне два вот таких платья-рубашки, ну и я как бы уже буду готова к лету. Ну, девочки, это ярко еще не успели сделать, я его потом вам в будущем покажу. А сделали вот это такое серое в стиле Бербери. И дали мне его померить. И я его совершенно случайно, абсолютно случайно одела на вот это вот свое черное платье, в котором я в этот день была на работе. Если бы я в этот день не была на работе в платье, этот бы комплект так никогда бы не родился. После того, как я его одела вот так на черное платье, я поняла, что никакая вещь не летняя. Прихожу девочкам, говорю: мы думали, что мы делали летнюю вещь. На самом деле мы сделали вещь просто вот на все времена. Одеваем на черное платье, она зимняя. Одеваем на какой-нибудь там, какой-нибудь джемперочек с юбкой темной. И, пожалуйста, одели, смотрите, какой получился шазубль прекрасный. Такое платье-рубашка видоизменилось в такую какую-то накидку или шазубль спортивный в стиле рубашки, или не знаю, как этот предмет теперь назвать. И у меня получилось вот такой абсолютно очень даже нормальный вид, очень мне нравится. Вот показываюсь вам, конечно, у меня тут это устройство, радиоустройство, но вот смотрите, я прямо очень такая счастливая, очень мне понравился этот наряд. Получилось, что я готовилась к лету, а подготовилась прямо к сегодняшнему дню. После того, как я его одела на себя, так случайно получилось, я его не хочу уже снимать. Вот так вот можно его накидывать на все, что угодно. Ну, конечно, эта расцветка такая, что оно подходит вот так вот. На черное очень хорошо. Или на такие короткие черные брючки с каким-то топиком тоже будет хорошо. Ну, вполне очень даже нормально на платье. Поэтому сейчас я сниму с себя это изделие. Не знаю, как его теперь назвать. На столе покажу вам пошив, как сделан пошив на шифоне, потому что это очень важно. Платье состоит из рубашечного такого кроя, рубашечного кроя. Маленький рукавчик вот тут с отворотиком. Клапана. С пуговичками, вот клапана с пуговичками, сверху только клапана. А в нижней части карманы с клапанами. Стиль, конечно, Бербери, шифон великолепный, шелк стопроцентный, очень комфортно, очень приятно. Я очень сегодня порадовалась этому, ну так, случайно состоявшемуся наряду. А наряд получился только потому, что я в этот день была в черном платье. Если бы я не была в этот день в черном платье, так бы он даже бы и не получился. Видите, как провидение за нас работает и помогает нам создать что-то новое. Поэтому я с большой радостью делюсь с вами своей радостью. Еще раз показываю: мужской воротник, планка, пуговички, клапаночки, карманы с клапанами. И все, больше ничего. И получилось вот такое вот прекрасное платье, которое я могу одевать еще на любое платье. Прямо я ни сегодня, ни завтра прямо на работе это не сниму с себя, потому что я очень довольна, мне очень нравится. Следующее у меня будет точно такое же платье, вот из такого вот абсолютно восхитительного шифона. Но это будет уже такое, знаете, более лето. Вот так вот. И, наверное, у нас будут заказывать еще вот из такой сетки тоже наподобие платья, которое можно будет одевать тоже на черное платье, на какое-то еще платье, на узкие брючки укороченные, с каким-то топиком. Поэтому рассматриваем внимательно модель. Сейчас я сниму с себя и на столе все вам покажу, как это сделано. Платье на столе. Хочу его вам показать. Я хочу сказать, что платье, конечно, выполнено без оверлока. Я, конечно, его называю платьем, хотя теперь это уже у меня такое не совсем платье, это уже такой верхний предмет гардероба, не знаю, как его назвать в таком качестве. Клапана. Клапана пришиты маленьким швом, покрыты и застрочены вот здесь сверху так, чтобы срез остался внутри, поэтому никаких срезов нет. Без оверлока. Все боковые швы, ну все тут два боковых шва, выполнены французским швом.
Выворотным вот он, 0,5 миллиметров, ну, примерно 5 миллиметров. Очень аккуратная работа. С закрытым срезом обработана планка. Подгибка с закрытым срезом. Ну, миллиметров 7 закрытый срез. Получается, что нигде нет никаких открытых срезов. Пройма обработана тоже французским выворотным швом. Вот она, никакого оверлока здесь нет. Кокеточка упакована внутрь. Здесь еще существует такая кокетка, типа как на мужской рубашке. Вот она. Вот так она выглядит с лица. И мужской воротничок. Рукавчик с таким отворотиком. Конечно, чтобы шить шифон, нужно, ну, мало знать, как это сделать. Нужно иметь такое в руках немножко мастерство. Поэтому я всем желаю успехов в творчестве. Всем желаю, чтобы вам также везло и вдруг находились какие-то варианты для какой-то вещи, как бы необыкновенные. Вот это совершенно у меня нашелся необыкновенный вариант. Показала вам готовую вещь. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Делитесь нашими видео, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. С вами была я, Паукштрид Михайловна, и вся наша команда.